Вот оружие, вот боевые патроны, вот деньги в сумме 2000 долларов, которые эти ребята получили за заказ от СБУшников. Вот их не телефончик. В телефончике у них забит человечек. Фамилия Илья Федорович. И еще два номера. Что за номера, пока неизвестно. Будем разбираться. Но это эти красавцы, которые сделали выстрел из гранатомета по газовой станции. Патроны боевые. Так что мы стали богаче еще на один ствол и гранату. И 2000 долларов. Гуманитарная помощь для Харьковского партизанского движения со стороны СБУшников.